Всем привет! Сегодня я запекаю вот такого вкуснейшего окуня в духовке. Вот такие у меня два окуня. Сейчас рыбу нужно почистить, помыть, отрезать все плавники, хвостики. Также почистить вот здесь такую черную пленочку. Дальше мне понадобится соль, перец, мелко нарубленный свежий укроп. Также для маринада понадобится подсолнечное масло, несколько зубчиков чеснока, лимон, розмарин, приправа к рыбе и смесь итальянских трав. Теперь рыбку я посолю со всех сторон и поперчу. Также обильно со всех сторон. Дальше приготовим маринад. В отдельную емкость я наливаю 3-4 столовые ложки растительного масла. Сюда добавляю чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Дальше отжимаем сок из лимона. Сюда же добавляю розмарин сушеный. Также приправу к рыбе. И смесь итальянских трав. Их я добавляю много. Но хочу сказать, у кого нет приправы к рыбе и розмарина сушеного, подойдет только смесь итальянских трав. Все тщательно перемешиваю. Готовой смесью полностью смазываем нашу рыбку. Маринад получается очень ароматный. Втираем со всех сторон. Теперь оставляем рыбку замариноваться хотя бы на 20-30 минут. Укладываем рыбу на фольгу для запекания. И теперь я полностью вот так сверху и в серединку укладываю подготовленный укропчик. И все аккуратненько заворачиваем. В разогретую духовку на 180 градусов ставим запекаться на 30 минут. Прошло 30 минут, рыбка полностью приготовилась, но я еще поставлю ее в духовку на минут 5, чтобы она немножко сверху подзолотилась, так она будет еще вкуснее. Вот такая вкуснейшая и ароматная рыбка в итоге получилась. Очень мягкая и сочная внутри рыбка. Кому понравился такой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!